Народ, привет! Привет! Мы в Кении, все еще в Найроби, мы в парке с жирафками. Приехали в парк с жирафками. Цена стоит 1500 вход на нерезидентов, на туристов. Все, сейчас идем уже. Как идет? Дождь идет, видите, мы идем. Я не зря одеваюсь. Билеты не дают. Скажите, вы платили картой. We pay from card. We pay from card. We are tourists, we pay from card. Mm-hmm. Просто билеты не дают, говорите, мы туристы, мы оплатили карточкой. Кстати, можно было, наверное, очередь не стоять, вам лайфхак такой. Да, просто нет, подходите, мы платили карточкой и проходите бесплатно. Ну да, нам сказали. Вот такая погода, сейчас зима, и то дождь, то солнце. Просто обидно, если жирафы не выйдут. Идем, это. Там дают еду жирафы. Значит, здесь вот поворачиваете там. Я уже увидела просто, думаю, что там люди, это уже зонтики берут, слышишь? Нет, зонтики не дают. Так что будем мокнуть. Ой, надеюсь, телефон не промокнет. One shell per person. А одну какую-то штучку на персону. Так, возьмешь мне, что это такое? Еду. Sorry, we can eat it? We can try? No? В общем, женщина сказала, лучше нам не есть. А ну, покажи, что это такое все-таки еще. Какие сухие корм. А, специальный сухой корм жирафа. Если побольше взял. Thank you. О, тут мы про... Тут, наверное, про музей, видео, про парк. Ну, сколько людей уже. Ага, люди как-то набежали. Кстати, парк работает до 5. Сейчас мы с вами идем все посмотрим. А со скольки? Я не помню. С 6, по-моему, рано работают. А есть билеты на обед? Нет, зачем? Ой, на обед, господи. Выходные. На обед жирафом, вот обед, да. Жирафом, вот он. Выходные. Жирафы, мы к вам идем. Выходные дни есть, они что-то не... Я с другой стороны, может, как раз им жарко, они выходят. Вот таким мостиком, да? И жирафы выходят чисто в такую погоду. Мы ехали аж целый час от того места, где мы живем, на такси. Хотя мы думали минут 20. И сколько эта как... цена была, заплатили мы? На Uber? Что-то где-то $10, да, где-то вот так вот. Uber. И купили местную карточку, что вы видели, и да. Местную карточку в аэропорту, и вот в Uber, и все, мобильный интернет работает, супер. Туалет вот. Все, туалет есть, все есть. А куда нам заходить? Сюда? Заходить или куда? Жираф, я же бачу. Так, а я куда? Не знаю, а не знаю, сейчас. Я не понял, какую сторону у меня камера. Дождь, не дождь, а... Вон их сколько! Наташ, подержи, пожалуйста, мою эту пайку, я вам сейчас просто... Боже, какая красота! Сколько? Такая все зеленая с дождем, кстати. 6-7 я вижу. А вот еще, смотри, вот ты не заметила. Вот он, люди кормят. Ну да. А двое? Люди кормят, их всего двое, а те не желают подходить. Ну, знаете, наедые вообще, в принципе, за день. Поэтому, наверное, вот так вот сейчас будем вам показывать. Вот, как это все происходит. Дождь, на камеру капает. Надеюсь, все будет хорошо с камерой. Ой, класс, поставьте лайк, пожалуйста. Боже, язык какой. О. Я сделала шкатулочку, чтобы не мокло. Иди ко мне, мой дорогой. Буду. А как мужчина? А, это рейнджер. Я говорю, как мужчина туда зашел? Это рейнджер. Вот, в принципе, такая толпа. Надеюсь, что мы пройдем как-то и тоже покормим жирафку. Ну, какой он симпатичный-то. Да, просто его. Ой, какой-то у них серо-синий язык. Фиолетовый язык. А смотри, как тут умно сделано. Еще мордочка, он не хочешь, но будет возле тебя. Боже, смотри. Ага, все. Did you hear? А люди стоят уже? Не знаю. Ну да, значит, нужно там оставить очередь, покормить жирафку. Ну, обычно их больше, конечно. Я стою. Да, хорошо, обычно их больше, но ничего. Тоже увидим своего жирафа. Наташа, он стоит в очереди. Замокнувший платочек. Я же тебе говорила, блазер возьми. Ну, а я что-то не дотюнкала. Солнце особое. Сейчас, наверное, тоже. Вот рейнджер, кстати, он идет. Рейнджеры – это такие люди, которые смотрят за животными, помогают им в дикой природе.
Вот он нас же... тот рейнджер на острове Крестсон, он подвел нас к жирафу. Мы думали, что нельзя подходить. Казалось, кстати, можно. А он все равно же денежек хотел. Не знаю, откуда у нас денежки. Откуда у нас денежки? Откуда у жирафов денежки? Как я выгляжу? У меня такой козырек. Легкий шелковый дом. Вот так вот здесь. Стоишь в такую очередь и дальше кормишь жирафа. Но опять-таки во всех проспектах их больше. То есть они все подходят. Подожди, а они только здесь подходят или вот там вот? А там, наверное, к тому другому жирафу. Ну, непонятно. Я стою, конечно. Место кормления типа только здесь. Ага, да, да, конечно. Ну, может, туда еще зайти, но тебя вряд ли пустят. Уже давайте понаблюдаем вместе. Но это просто... А це маленькі, бачиш такі, вони точно не подійдуть, звісно. Ну, яка птиця полетіла з дороги. Угу. Какая красота. Великолепное животное. О, дождь закончился. Ну, хорошо. Это ж прекрасно. То в такую дождярку попали чуть-чуть. Ну, а что они поперлись первым? Не знаю. Естественно, кто-то будет без очереди идти. Это ж что-то. Нельзя никогда быть честным. Соблюдает что-то. О, жирафчик, которого мы снимали, он идет на кормежку. Боже, как он грациозно двигается, это просто что-то. Все, пришел в очередь. Сейчас вот там вот он. Что же три жирафа на кормежке, можно будет подойти, может, нормально. Ну, конечно, то, что мы друзей видели, они вообще почти одни были, нормальные фотки, нормально покормили. Ну, я понятный. Стоять и стоять очередь. Давай, давай. Наташ, дай мне корм, пожалуйста. Ой, вот это индийский корм. Иди вперед. А я у меня? Там же он с ребенком. Ой, боже, какой он шуршавый. Шуршавый. Вот теперь у меня слюнки здесь, смотрите. На тебе. А теперь видео. На, покушай. На, на. А ну, ромашка кормит. Ой, Бозя. А погладь его, погладь его, погладь. Какой он шершавенький. А сам это? Да-да-да-да. Ой-ой-ой, засосал. Сейчас одной покормлю, а второй поглажу. Хитрая реакция. Да? Ого. Он только на это, на покормить. Это все, все наше? Да, все наше. Давай я вот чуть-чуть возьму, а потом ты подойдешь его кормить. Да я что-то не, ну как, потрогать-то хочется. Тогда попробуй фотку. С линями. Ой, тогда останавливаю. Ну вот так вот. Мы уже покормили и спрятались, потому что дождик снова начался. Вот, смотрите. Люди спокойно кормят, не в толпе. А на фоне, кстати, этот отель дорогой самый, да, Наташ? Расскажи. Ну, самый. Не знаю, как он называется. Там честно. Жирафы могут к тебе прийти на завтрак, да? Там открываются, так поняла, окна, и жирафы якобы приходят, туда мордочки вставляют, и ты их прям кормишь кофем, круассанами, что у тебя есть. Кофем прям. Ну, нож. Ой, испугался, видишь, девочка бросила. Вот девочка бросила скорлупку в мусорник. И такой, и он убежал. Вы слышали звук, жираф испугался. Видишь, убежал. Он еще это, он еще маленький убежал. Эти только так посмотрели на это да, все. Большие жирафы так отреагировали. Вон, кто-то бежит, как кабанчик. Кабанчик с ребеночком. Приблизь, вон, не видишь? Вон. Вижу. А слева маленький кабанчик, он уже убежал. Ох, смотрите, это как вон кабанчик, вон. Пумба из этого вон, фильма. Пумба. Выходи с ним, выходи с ним. Вон, вон, вон я его вижу. Иди вот сюда, сейчас сюда, смотрите. Так, сейчас. Ты здесь уноси бежать. Боже, их сколько. Вон он, вон он. Да. Идем, выйдем, нет уже. Ты же говорила, что не хочешь выйти. Так что ты рассказала, я не хочу выходить. Пумба, пумба. Кабанчик Пумба. Они побежали эти жирафы гонять. Ой,
Вот такие пумбочки, или как бородавочники их называют, гоняют жирафа, представляете? Они не гоняют. И живут в дорогом отеле. Вот кому кофе по утрам подают, вот у кого энергии много, смотрите. Идет, жирафа идет, идет, шли, по-моему. Жаль, что тут в аренду зонтик не дают. Да, не говорите. Намокли уже прилично. Слушай, а можно обращу внимание? Да вы какие дерево? Вот иди сюда, пройди немножко. Ага. Посмотри, оно уже увяли цветки. Ну какие цветки фиолетовые? Сейчас приближу. Бордовые. Слышите, раскаты грома так гремит. Ага. Конкретненько. Ага, я говорю, ага, ага. Наташа слышит, да. Смотрите, вот людей сейчас вообще нету. Мы когда кормили, просто какие-то толпы были ненормальные. Короче, народ, лайфхак. Приехали, подождали, посмотрели. В туалет сходили, вышли уже и нормально. Какой он классный, стоит с рейнджером, рейнджер под зонтиком, могла бы еще ему зонтик. Ну, а тот уже без корма стоит, сейчас бы нормально ему дать и с ним нормально сфотографироваться. Говорит, пустую руку не давайте, чего вы пустую руку даете-то? Давайте еду. Рейнджер сказала жирафу что-то. Какой язычище у него, просто фиолетовый. Вот, если подождать и найти, кто-то оставил корм, можно нормально сделать фотки с жирафом и, в общем, и остаться очень довольным. Сейчас людей мало, и удалось сделать фотки с Наташей, с жирафом, но дождь все еще идет. Позвать? Сальма. Жирафа зовут Сальма. Это девочка. Вот такая красота. Еще хочу. Так приятно, такой массаж. Да, такой язык у нее. Боже, она просто руку засунула. Нет, у нее свежее дыхание. Все, теперь ты ромашка. Ну вот и я уже. Последние кусочки прекрасного жирафа. Ну не жирафа, а корма. Это же девочка, Сальма зовут. Жирафочка. Смотри, она, давай, давай. Ну положи вот так и на ладошку, и туда засунь. У меня уже закончилось, могу просто опустить. Не-не-не, не надо, не надо. Все, Сальмочка. Все, дорогая, спасибо тебе большое. Дякую тебе. Будьте в Кении, передавайте Сальме привет обязательно от нашего канала. Да, будь здорова. Вот она вся такая. Я с тебя, с тобой. Привет, красавец. Все, пока, дорогая. Пока, пока. Пока. Обошли с другой стороны. Смотрите, уже 4 жирафчика. 3 больших и 1 масятка. Прикольно. Наташа где-то потерялась, наверное, снова нашла корм и кормит жирафку. Ну, это потрясающее, конечно, вообще ощущение, зрелище. А, ну вот Наташа с жирафочкой. О, вот идет тоже красивое молодое создание. Интересно, у них эти вот эти вот ребусы же, наверное, разные у каждого. Красивые какие, как пазлики. О, приближается. Жалко уже нечего дать. Но ничего, надо и остальным давать шанс. Снова людей набежало.
Ну, как раз к Наташе пришла. Так, где же эти маленькие пумбы, что бегали? О, смотрите, вот еще подходит. Ну, идемте, кстати, пройдемся по мостику. Тут отель, конечно, дорогущий. Там, по-моему, ночь стоит то ли $1000, то ли две, кто знает, напишите. Это, наверное, он подошел, а там просто, к сожалению, нечего. Ну, дружок, иди, там же ты же знаешь, что там есть. Кормушка, где туристы вас покормят. Какой ты высокий. Чьи-токи, смотрите, колени какие. Ух, как будто на коленечке. Вот тот отель. Думала, можно ближе подойти, но нет. Ну, в принципе, правильно. Чё, за такие деньги люди купили отели, их беспокоить? Что он подошел? О, молодец. Ну не бойтесь, женщина, он же такой милый. О, Наташа пришла. Я видела, я там снимала, я тебя даже сняла на видео. В общем, этот парк такое наслаждение. Контактный парк с жирафками для людей и детей всех возрастов. Смотри, красавчик идет маленький. Ой, а кто покормит? Пришел малыш. Ой, вон сколько их пришло. Аж дождик закончился, кушать захотелось. И вон они еще. Смотрите, какой разный цвет. Тут такой темный с пятнышками. Кстати, нам рейнджер сказал, что этот жираф, которого только что снимали, это она очень агрессивная. И сказали, что вот не надо ее беспокоить. Вот только поговорили про жирафчиков. Смотрите, вот они какие бывают. Масаи жираф. Видите, с такой прям шерсткой такой интересной. Вот Ротшильд жираф. Мы его видели здесь. И, наверное, этот ретикулейтед жираф какой-то. А вот у жирафов еще понятно, что разные виды. Но вот большинство, по-моему, Ротшильдов здесь. Ну да. Какой отель шикарный, такие Ротшильды. Вот смотрите, народ, мы открыли калиточку вот эту вот. Мы попросили, правда, да. Вот он говорит, да, можете зайти. Вот верхняя платформа, а тут нижняя платформа. О, теперь жираф отсюда намного выше. Ой, я чуть не подлетела. А ну сейчас, подожди. Тут жирафка, да, прям? Да. Там люди фотографируются. Ох, прелестница. А что здесь написано? Селфи. Тритмент план. Ну, это как лечащие, что ли? Лечебные растения? Тритмент? Не знаю.
Ой, какой тут аромат. А, тут прямо смотри, смотри. Тут просить рейнджеров, они откроют вам калитку. Да. А ты расскажи, как девочка это. Ты спрашиваешь, а можно туда зайти? Да, заходи. А оно закрыто. Знаешь, да, иди. А оно закрыто на такую проволоку. Он говорит, это, открой мне, пожалуйста. Так вы можете сами открыть. Не открывается. А, ну ладно. Подошла, открыла. О, что ты выращиваешь? Птичка какая, если увеличишь. А, она такая, она полосатая какая. Я увидела, но... Она реально полосатая, как зебра. Или у меня что-то уже от... Да. От вышедшего солнышка что-то... Не, оно не видно. Не жалко. Глаз видит, а так, мы конечно... Мы сейчас подойдем вот туда, вот люди стоят и смотрят. А для кого это? Для... Что это за растения такие? Так, ну, неважно. Вот так вот обойти здесь тоже как... Смотри, какое сено. Это для этих? Для жирафок? О, натуральное сено. А ну. Ах, какой запах. Запах сена, господи. Надо взять мешочек. Мешочек сена. Знаешь, как в деревне, все по-домашнему. Уют, по-домашнему. Печечка, да? О, да, печка. Все нормально, тачечка. Не, полетела. Реально у нее полоски такие зебры, черно-белые. Ну, она, значит, дружит с зебрами и прячется вместе с ним. Солнышко вышло, но раздеваться не хочет. Да, уже прохладно, вечер. Вечерело. Что-то Оля быстро идет. Ну, а интересно, это ж, подожди, эта территория сюда тоже могут подойти жирафки? Могут. А кабанчик? А ну идем, там люди не зря что-то стоят. Но смысл им подходить, если корма нету, и мы его не дадим. Не, а там может они там. О, ребята, фото, да, Саньки, побежали вверх, побежали, нас проверили, только пустили. Ой. Трава мокрейшая. Более ближняя среда жирафов, более красиво. Ого, какой у них парк здесь. Да, я вообще думала, вот там и закончилось. Нет, они реально как в дикой природе. Не, ну это хорошо, но так и должно быть много места для жирафов. Это же не зоопарк. Обалдеть. Ой, а зелень такая, я не знаю. Ну, зелень оно... зеленая. Так и должна быть. Зелень зеленая. Да. Давай встань сюда, Тена. Я и жираф. Нет, ты далеко. Конечно. Давайте просто посмотрим. А нету кабанчиков, этих не бегают. Пумба. Красавчик. Я думаю, что мы пойдем на сафари, там будет много. Да, пумбочки. Ну что? Ну это вообще потрясающе. Так что попросите, если что, еще сюда можно прийти и посмотреть. Вон там мужчина фоткает прямо на супер-пупер камеру. Ну если честно, ты понимаешь вот эти фотки? Давай станем на фоне красоты. Я, если честно, просто фото как фото, но оно красиво. Но когда тебя нет на фоне, вот, то как-то странно. Красота! Потрясающе! Да? Прям картинка. Нет, девочка подлазила под нас, думала, мы фоткаемся. Или снимаем. Когда вы видели, как жирафки бегают, это такая умора просто. Посмотрите на это. Так выкидывают ножки. Боже, как красиво они. Себе думает, да? Куда это он пошел? Всех попросили на выход. А вот у малютка чёрстик такой. Помнишь, жирафа Масаи была? Ой, я не знаю, видно, не видно, там солнце светит, наверное, видно. И они нас провожают. Реально, они пришли, как будто бы все. Ну, понятно, что не под, ну, под закрытие. Я не вижу. А, вот. Вот вы все. Ну, все, ребята. Будьте здоровы. А нам уже пора выходить и честь знать, да. Все, он, все люди. Где уже? Да.
Ну все, да? Ну все, друзья, да. Такое видео сегодня, не знаю. Пишите комменты, ставьте лайки. По-моему, было очень круто, очень интересно. Ну, жирафы очень милые, контактные животные с длинным языком. О, знаете, что я советую? Не бойтесь, он на вас может так выдохнуть. Это как фен, только он слюней не выпускает. Не бойтесь, он так фу делает. И реально, как фен, только холодненький. И реально. Вот давайте целую ладошку, и ладошку, там вы почувствуете зубы, и вы почувствуете язык, он вас не укусит, ничего. И когда вынимаешь, даже вот эти вот слюни, они немного, и вынимаешь, когда руку, вообще, ну там слюнки типа тянутся, ничего с этого, не страшно. И запаха нет. Это не бойтесь, там при входе и при выходе, и в туалете, все можно ручки помыть, продезинфицировать. Короче, ребят, это такое замечание. Не знаю, на всю жизнь. Да. Дай бог памяти это все запомнить. И это, когда я думала, идти не идти, неужели я жирафов не видела? Нет, надо идти по-любому и проводить здесь как можно больше времени. Да?